Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, со мной... Тик-так, ребят, всем привет! Да, ребята, и прямо сегодня Тик-так попросил, чтобы я его по-быстрому выиграл, и он попросил, чтобы я ему показал свой нож-бабочку. Смотри и любуйся, как ты, мой нож-бабочка? Вкратце, ребята, нож-бабочка такое себе, а вот, а ой, сегодня мы ой, будем... Ой, покажи свой нож-бабочку, покажи! Фу, а не нож-бабочка! Сегодня мы будем выигрывать кента! Короче, ребята, как вы думаете, кто победит? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну и самое главное, если хотите больше видео с тик-таком, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Давайте, пацаны, челлендж. Кто поставит носом лайк, тот тащит. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Постараемся гораздо больше снимать видео с тик-таком. Мы это видео, наверное, месяц снимали. Постоянно откладывали, прикладывали и так далее. Так, играем поэтёмка, как обычно. До 8 победит сильнейший. Опа, кто-то пробежал, или мне показалось? Показалось. Я кисти шортик пробежал. Не-не-не, это не я точно. Не я. Не ты. Опа! Офигеть! Попалась малышечка. Мне, короче, показалось, что ты как будто стрелял ножом бабочкой. Блядь, это читы реально, ты гонишь? Ну я тебя тогда вставлю в мою рубрику читер-патруль. Так, ребята, счет 1-0. Дали небольшую фору тик-таку, но все-таки сами понимаете, я позвал на дуэль. Ну, некрасиво будет, если выиграю с самого начала. Да, конечно. Ты где? Так. Я везде. Ты везде? Мне уже страшно на самом деле, так. Так, я догадываюсь, где ты. Очень сильно догадываюсь. И прямо сейчас будет хедшот. Чувак, это удар ниже пояса. Ну ты попросил хедшот, я тебе сделал хедшот. Не, так тебе хедшот. Я говорю сразу, извиняйся. Просто извиняйся, потому что я разозлился. Тупо, режим Халка включен. Простите, пожалуйста, не злите кента, пацаны. Вы даже не представляете, когда Кент становится Халком, надо всем бежать просто реально. Просто всем бежать надо. Так, ребят, сейчас я вам покажу. Вот главное, то тик-так сейчас совсем уже рэмсы попутал. Так. Господи, ты мне пол хп снес. Пол хп. Ты мне тоже пол хп снес. Где ты? Блин, капец, это будто слева, ну неплохо. Чувак, я тебе прямо в сердце попал, и ты умер. Ютуб это шутки. Ютуб, это игра. А там мало ли что. Оо, все. Пиши завещание. Яся, покупаю эмочку! Ого, эмочку? Да, готовься. Все. Я попробую с ФНАФом, фунтфалом, или как это оружие, я ни разу с него не играл. Ни разу? Да, надо протестить его. Но оно тебе не поможет, говорю, сразу. Опа. Попал! Фига себе! Офигеть, прикинь. Офигеть. Я бежал и стрелял одновременно. О, ничего себе ты тащер, бегаешь и стреляешь. Я понял, где ты? Да! 2-2! Ладно, все. Я понял, беру, тихо берет АК в руки. Достаем АК. Он тебе не поможет. Можешь брать что хочешь. Хоть АК, хоть памперсы, все что хочешь бери. А нож бабочку можно взять? А давай на ножах бабочки. Давай на ножах один раунд сыграем. Давай сейчас сыграем раунд, а потом на ножах. Давай, окей. Ой, тик-так купил АКР. Вот говнюк, ну вот я чувствую. Ох уж этот Кент ТПК, который сейчас будет получать лещей. Да! Да! Пройти, вот. Офигеть. На ютубе на префайре. Так, ну чё, давай. На ножах? Давай. На бабочках сыгранем. Посмотрим, кто из нас более скилловый. С какого теста ты сделан? С теста. Сосиска с теста. Ребят, кто тоже любит сосиску в тесте, ставьте плюс в комментарии. Блин, когда учился в школе, постоянно их хавал. Блин, такие вкусные. А, я думал, что ты такой толстый. Вот это оказывается. Сейчас я тебе покажу, кто толстый. Давай, банали, толстяк. А ну покажи свою нож бабочку. Просто покажи, не убивай. Уйди! Покажи свою. Вот. Ладно, прости, я тебя сейчас нечаянно убью, я не рука дёрну. Давай, всё, начнём. Давай, погнали! Что? Как? Я ж тебе резанул, это нечестно! Офигеть, вот ты говнюк! Ребята, 4-2. Делаем скриншоты, это легендарный момент.
Офигеть, блин. Это, ну ты говнюк, я, ты знаешь, что я на ножах не умею играть. Взял на ножах, меня вызвал. А ты там что, там ходил по кругу, думал, что это тебе поможет. Я даже не буду шифтить. Ля-ля-ля-ля, кто-то сейчас умрет, кто-то получит хейтшот, и это будет. Ух ты, блин. Опа! Нифига себе! А как ты меня с по 350 убил? Я тебя разнес просто! Офигеть, я сам. Офигеть! С П-350! Да ты рофлишь! Я тебе два хэдшота дал, я не знаю как, просто. Чувак, ну это было что-то невообразимое просто. Ну да, я просто сам в шоке. Офигеть. Просто два хэдшотика таких красивеньких. Так, мы играем на твой нож бабочку. Если я выиграю, я получаю твой нож бабочку. Если я проиграю, то я получаю весь твой аккаунт, правильно? Офигеть. Слушай, а что так выгодно, а? Ребят, кто бы сыграл бы такую дуэль против ТикТака? Плюс в комментарии. Так. Слушай, ты где? Ну где там опять прячешься в этой двери? Ай-яй-яй-яй-яй! Ты еще опять с пистолетом? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ах ты, Крисенштейн, купил АВМ! А ты что думал? Камон! Да ну, какой нахрен камбэк? 4-4! Не-не-не. А ты что, не знал, что я вообще-то с закрытыми глазами еще и плюс ногами играл? Первые раунды. А я вообще играл не ногами и не руками. Сам догадайся, чем. Подойди к двери, пожалуйста, я тебя тут жду. Я тебе в дверь стучусь. В дверь? Да, тук-тук-тук. Кто там? Почтальон Печкин! Так, прострелом не попал. О, ты что, бешеный? Ты, я кисти бешеный. Охренеть, а как ты так не в голову попал? Ну слушай, мы так не договаривались. Боже, я тебе в голову попал, что ли? Офигеть. Офигеть. Какой ты бессовестный, все. А как я тебе в голову попал, если я с АКР стреляю, ты не умер? Ну, у меня просто голова железная, в каске. Ну мы ж киборги, я забыл точно. Вот те, кто киборги, у них, когда в голову попадаешь, один раз патроны отбиваются. Из-за того, что мы... Да, ребята, кстати, ТикТак в моем клане киборги. Да-да-да, в моем клане киборги Кент ПК. Ребят, понимаете, сейчас бой за право быть главным в клане киборги, вы понимаете, да? Кто выиграет, тот и будет главным. Опа, попалась малышка. Да блин, это же не играл, нечестно было. А ты что думал, первый раунд я тебе поддался, а сейчас будем тебе уже показывать настоящую игру профессионала. Сейчас я тебе покажу кое-что. Ну, да, конечно. Свой большой нож бабочку. Пацаны, кто тоже показывает, любит всем свой нож бабочку, ставим плюс в комментариях. Ютуб, это не то, что ты подумал. Это приличные вещи. YouTube, я думаю, тут вообще никак не может подумать. Так, ладно, ребята, счет 6-4. Этот тубик пока что меня выигрывает. Ядрить, клади ты, снайпер! Ну все, тихо на. Ай-яй-яй. Я с АВМ стою. Офигеть! Господи! Чувак, я тебя ненавижу. 18 хп! Я вообще не понял, что произошло, честно. Это просто жесть какая-то. Не, ну по-твоему, это нормально? Давай так, ты просто извинишься, и мы забудем этот инцидент. Какой инцидент? То, что ты меня убил! Ребят, кто согласен, что кента надо как-то опустить, а то он слишком наглый какой-то стал. Ставим плюс в комментариях. Кто хочет, чтобы кента опустили немножечко? Ребят, кто хочет, чтобы я ТикТак опустил на землю этого стрим-снайпера? Он по-любому, наверное, подключился к моему компьютеру, по-любому, и смотрит, куда я иду. Ну, 100% так. Ты где, блин? Я тут, так сказать, отдыхаю, прохлаждаюсь, а ты где? Офигеть. Блин! Капец, я перезаряжался в этот момент, ну ты говнюк, а? Я чувствовал. Офигеть, вы видели, увидели, как нету скина на FNFL? Фу, скина нету на FNFL, скина нету, фу, ну. Хэштег не так, ну. Тут, блин, такой уже смешный хлопча. Так, ну чё? 7-5, ну что, делать камбэк быстро или долго? Выбирай. Ну давай по-быстренькому закончим, я тебе сейчас выиграю этот гребаный раунд. И разойдемся. Ну как разойдемся? Ай-яй-яй, как напряженно-то, как напряженно-то. Так, ох ты, блин, я думал, ты меня через стенку обходишь. Опа! Офигеть, не встать. Вот это спрейчик. Камон, 8-5, ты меня как нуба выиграл. Фу. Ребят, я просто отвлекался.
И за счет этого он выиграл. С монитором вот летал. Короче, ребятки, поставьте лайк, и тогда я возьму реванш и тупо пух-пух-пух-пух именно стик-так. Ну вы поняли. И не забывайте, ребят, мы играли на главу киборгов, теперь все официально я глава киборгов. А это мой нуб-заместитель. Короче, ребятки, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ссылочка на канал тик-так в описании. С вами был Кента ПК и... Тик-так. И нуб-тик-так. Всем удачи и всем пока. Всем пока-пока, ребят.